Поможете мне гирьку в багажник поставить, а? А что она тут доказала? Ну, я поехала к приятельнице, попросила у нее гирьку. Хочу, чтобы мой мужик потренировался немножечко. Да что тут не поднять-то? Да на 16 килограмм все. Переставьте в другое место. О! Не надорветесь, ну? Да что вы боитесь-то? Ага. Ой, о, что такое? Дай-ка я... Ой, мужики, пошли, ёлы-палы. Что вы хотите измерять-то? Зашкаливает. Зашкаливает от чего? Электромагнитное поле. Вы мне не поможете гирьку поставить в багажник? А вы не можете? Не могу. Не помогу. Почему? Что-то тяжелое. Да ну что тяжелое? Господи, ее только не допереть просто. Да что ж такое? Давайте я подержу это. Вы мне гирю в машину поставьте, а? Я вас умоляю. Ну все. Ну, видишь, что-то я тут заболтался с тобой, а у меня работа.